Thank you.
одно последнее сказание, и летопись окончена моя. Окончен труд, завещанный от Бога мне. Thank you.
как я люблю его смиренный вид. Когда душой в минувшем погруженный, спокойный, величавый, он летопись свою проснулся, брат. Благослови меня, честной отец. Благослови тебя, Господь, и гнесь, и призно, и вовеки. Ты все писал, и сном не позабылся. А мой покой бесовская мечта не тревожила и в жалку не будил. Мне снилась лестница крутая, вела меня на башню. С высоты не видела смотра, что в уравнении народ внизу на площади кипел и на меня указывал на свет. И стыдно мне и страшно становилось, и падая средства, молодая кровь играет. Смиряй себя молитвой и постом, и сны твои видения легких будут полны. До ныне, если я невольною дремотой обессилен, не сотворю молитвы долгой к ночи, мой старый сон не тих и не безгрешен. Мне чудятся убойные пиры, а схватки боевые. Ты воевал под башнями Казани, ты ради битвы Шуйского отказал, и видел горы роскошь Иоанна. А я от отроческих лет под кельем скитаюсь, бедный инок. Зачем мне не тешится моя, мне мировать что рано грешный свет покинул. Верь ты мне, нас издали пленяет роскошь и женская лукавая любовь. О мысли, сын, ты о царях великих, твой посох царской и парфиру, и свой венец роскошный на иноков клобук смиренный, и в теле святой душою отдыхали. Здесь, в этой самой и жил тогда Кирилл многострадальный, муж праведный. Здесь видел я царя. Задумчив, тихо,
между нами грозны. И тихо речь Иисус примолился о очах его суровых, раскаянья слеза дрожала. Свершилось неслыханное чудо. Колоды исполнились благоуханием. Не видать такого нам царя, прогневали мы Бога, согрешили, владыкою себе, цареубийцу нарекли. Давно, честной отец, хотелось мне тебя спросить о смерти Дмитрия Царевича. И говорят, что время был в Угличе. Ох, помню, привел меня Господь увидеть злое дело. Кровавый грех. Тогда я в Углич на некое был услан послушание. Пришел я в ночь. Каких был лет царевич?
постой. С тех пор прошло лет 10 или нет, 12, да так, 12 лет. Он был бы твой ровесник и царствовал. Но Бог судил иное. Бориса преступление помилующим заключу я летопись свою. Грамотой свой разум просветил, тебе мой труд передаю. Описывай не мудрство, я лукаво, все, чему свидетель в жизни будешь. Войну или мир, управу государей, пророчества и знамения небесны. А мне пора, пора уж
Покорно покажи мою, на царя Ивана, покажи мою,
Thank you.
кажется, гол. Пока пошива. Вот разве старцы? Нет, брат, голод шутки шутить.
Хоч по склопам умею, хоч плохо разбираю, а разберу, разберу, коль тело то до пепки доходит. Yeah.
чем же ты Thank you.
задумал свой народ, довольствий и славе успокоить, щедротами любовь его снискать. Но отложил пустое попечение. Народ забыл в мучениях изнывая. Я велел открыть им житницы, я злато рассыпал им. Я им сыскал работы, они ж меня упрекали. Пожарный огник дом истребил, и ветр разнес их жалкие лачужки. Я выстроил им новые жилища, и я одежды роздал им. Я пригрел, я приютил их, они ж меня пожаром упрекали. Готовил дочери веселый брачный пир к моей царевне голубке чистой. Но не чернева вдовства считала, Боже праведный, меня несчастного отца. Кто не умрет, я всех убийца тайный. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Петра кончину, я отрока несчастного царевича малютку. Вечер у
пушки на холоп пришел с доносом на шуйском всеславство и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них. Конец из Кракова приехал и привез. Конец, Матильд! Противен мне род Пушкиных мятежных. А Шуйскому не должно доверять. Пушкину привез вечер слитвы таинственный конец. Я думал, не ведаешь ты этой тайны. Нет нужды, князь, рассказывай. Но при царевиче неловко. Стар Шуйской! Царевич должен знать, что ведает князь Шуйский. Говори! Царь в Литве копился, обожает! Что? Кто ж этот самозванец? Король полны и папа за него. Но чем опасен? Конечно, царь, сильна твоя держава. Ты милостью, роденьем и щедротой усыновил сердца своих рабов. Но знаешь сам, бессмысленная чернь изменчива, мятежна, суеверна, легко пустой надежде предана, малейшему внушению послушна, к истине суха и равнодушна, вся баснями питается она. Ей нравится бесстыдная отвага. Так если сей неведомый бродяга литовскую границу перейдет, к нему толпу безумцев привлечет. Димитрия, Дмитрия, царевич, удались! Но, государь, Господи! Нельзя, дитя! Чтоб ни одна душа не перешла за эту грань, чтоб заяц не прибежал из Польши к нам, чтоб ворон не прилетел из Кракова. Ступай! И нет, постой, постой, Шуйской. Неправдой эта весть затейлива. Слыхал ли ты, как
когда-нибудь, чтоб дети мертвые из гроба выходили, допрашивать царей, царей законных. По ним уж тление
заметно проступала. Но детский лик царевича был светел, чист и ясен. Глубокая, страшная зияла рана, а на устах его непорочных улыбка чудная играла. Казалось, в своей он колыбельке спокойно спит, сложивши ручки и в правой крепко сжав игрушку детскую молчат. Удались! Thank you.
Прозвучало второе действие оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Слушайте третье действие оперы. Oh!
и не разгонит стуки акций. И что в туман летали слышно ясно, ясно слово, то московский проходилец, а не пишет, не вернулся. Мой Дмитрий мститель грозный, беспощадный, на Божий суд и Божья кара. Солнцевечом полюбку, жертву власти непосыпной, жертв молчности и злобы, царя злодей, пока пугова. Распужу магнатов сонный, жертв славно не добыть, сохраню я шляпку, а тебя, мой самозванец, мой любовник полный, опою тебя слезами страсти жгучи, заудушу тебя в объятьях, зацелую милый, мой царевич, мой Дмитрий, мой жених названный. Нежным лепетом любовным слух твой очарую. Пани Мнишек слишком скучный, страсти томны излияния, пылких юношей моленья, речи пошлые подмана. Пан Мнишек стан молчит, пан Мнишек власти жаждет. На престол царей московских я царицей сяду, и в парфире златоканной солнцем заблистаю. А в посольстве чудесной я вхожу в новой постали, не стараться я сочливым, красою неземной блистающая панна. Проси внимания. Отец мой, вы не просить должны Марину Мнишек, дочерью послушную была, и будет святое апостольство и нераздельной церкви. Церковь Божья оставлена, забыта, лики светлые святых поблекли. Веры живой источник чистый помнит, огонь водит благовонных, меркнет, сияют раны святых страстотерпцев, скорби стоны, обителям горних льются слезы. Пастыри смиренны. Отец мой, вы смущаете меня, Марина, провозвести.
Thank you.
Thank you.
Лишь без стука
копеечку, велика их зарезать. Как ты зарезал маленького царевича? Молчи, дурак! Спасите, дурака! Прозвучало третье действие оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Чем злодейские указы разослать?
нам скази, пожалуй, ладно. Ну, не совсем-то ладно. О, ну, бояре, не сбивайте. Скорее, вам не глупивать и пытать, да ты не крепко. Шур, шур, дитя, шур!
Шу! Шу! Кто говорит убийца? Убийцы нет. Жив, жив, малютка. А Шуйского за лживую присягу честь державать. Благодарь Господи над тобой. Крыльца. Старец смиренный ждется изволения предстать пред очи твои светлые. Муж правды и совета, муж жизни безупречной, великую он тайну поведать хочет. Зови его. Весело старца быть может, успокоит тревогу тайную и днём, ни ночи.
Дитя моё родное,
отец, он именем ужасным ополчен. Вокруг тебя бояр Крамола, измена войска, гладный мор. Слушай, Федор, не вверяйся наветам бояр Крамольных. Зорко следи за их сношениями тайными святою. Измену карай без пощады, без милости карай. Строго вникай в суд народный, суд нелицемерный. Стой на страже борцом за веру правую. Свято чти святых угодников Божьих. Соблюди ты чистоту свою, Федор, в ней мощь твоя и сила, и разума крепость и спасенье. Сестру свою, царевну, сбереги, мой сын. Ты ей один хранитель остаешься в нашей ксении и голубке. Господи, Господи, воззри молю на слезы грешного отца, не за себя молю, не за себя, мой Боже. С горней неприступной высоты брали ты благодатный свет на счет моих невинных кротких чистых сил небесные. Стражи трона предвечного. Крылами светлыми вы охраните мое дитя родное от бед и от Святая схема.
Давайте величать, эй, а вы знаете.
Плачь, плачь, душа, кровь.
Вы слушали оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Действующие лица исполнители. Борис Годунов, Борис Штоколов. Его дети – Ксения, Валерия Любавина, Федор, Эра Краюшкина. Мамка – Людмила Грудина, князь Шуйский, Владимир Ульянов. Андрей – Шокловитый, Константин Лаптев. Пимен – Михаил Черножуков. Григорий Отрепьев – самозванец, Всеволод Пучков. Марина Мнишек – Римма Баринова. Рангони – Иван Алексеев. Варлаам – Лаврентий Ярошенко. Мисаил – Савелий Стрежнев. Шинкарка – Нина Аксючец. Юродивый – Иван Бугаев. Пристав – Николай Волчков. Митюха – Владимир Морозов. Хор и оркестр Государственного академического театра оперы и балета имени Кирова, дирижер Сергей Ельцин. Запись произведена 14 декабря 1960 года.